В администрации Северского района прошло очередное рабочее совещание. Заместитель главы района Ксения Леуцкая доложила об исполнении консолидированного краевого бюджета и местных бюджетов по доходам за 9 месяцев 2023 года. Поступило налоговых и неналоговых доходов 5 миллиардов 102 миллиона рублей, что на 1 миллиард 267 миллионов выше уровня 2022 года. Процент выполнения годового бюджетного назначения обеспечен на 99%, при среднекраевом 74%. При этом темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 133%. Благодаря достигнутым результатам Северский район занял 7-е место в ранжированной таблице и 8-е место по темпу роста доходов в крае. Заместитель директора ООО «Асусервис» Станислав Соломко рассказал о проводимой изоляции теплотрасс. Уже заменили более километра теплоизоляции, но работы еще не закончены. Глава района напомнил руководителям поселений: качество обслуживания ресурсоснабжающих организаций нужно держать на постоянном контроле. Вы должны видеть, знать и говорить той или иной структуре, которая у вас работает. Там порыв, там оборвалось, там дерево упало и так далее. А не так, что мы узнаем из жалоб от жителей, где у нас что-то случилось.